На уборку парков, скверов и дворов вышли трудовые десанты студентов и школьников. Они не только приводят в порядок городские зеленые зоны, но еще и помогают одиноким старикам. Участвует у нас на сегодняшний день это молодежь Дзержинского района. Раскидывают кучи, чтобы быстрее растаял снег, и чтобы тот мусор, который там под снегом, чтобы его быстрее собрать. Ну, погода не очень благоволит нам, но, заметьте, как бы там ни было, холодно, не попрыгали, пописали. Порядка 300 человек участвуют. 300 человек разделились на команды. Одна направилась убирать мусор и остатки снега в Березовой роще, другая привела в порядок территорию у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Третья помогла пожилым и инвалидам, проживающим в частном секторе. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.